Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами снова Катя, и сегодня мы с вами побегаем в симулятор котеек, который мне сегодня подогнали в Стиме, за что огромное спасибо. Вот, как человек, который очень любит кошек, я, наверное, с большим удовольствием побегаю в симулятор кошаков. Так, что у нас тут вообще, как управлять? Ага, мышками. Ага, окей, хорошо, ладно. Ну, давайте попробуем. А-а-а! Боже! Фигась! Ну, ну. Так, понятно. Ладно, хорошо. Блин, я не могу во время ходьбы... Мяу! Мур-мяу! Я не могу во время ходьбы прыгать вперед. А, нет, могу. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном! И чё? И чё? А, ну тут, в общем-то, по-моему, суть игры только в том, что ты чисто бегаешь по локации и ловишь мышей. Мяу! Чё, это все что ли? А чё такая маленькая локация? Мяу! Мур-мур-мур-мур-мяу! Мяу! Ой, тебе, господи! Вот я бы еще посмотрела за котейку, это на котейку, за которую я играю. Мне интересно, мяу! Боже, господи! Эта бедная киса так орёт, будто ее не кормили, не знаю, сколько лет, дней, я не знаю. Ну не ори ты так, моя зёйка пушистая, не ори. Игра такая странная, но при этом я не понимаю особо, какой в ней смысл, но прикольно. Вроде как эта игра сейчас находится в раннем доступе, и вроде как в полной версии там добавят карт побольше... Может быть, режим какие-то новые добавят. Ребята, блин, у меня времени еще дохренища, но у меня мыши закончились. Вы дайте мне крыс новых, а? Мне что, теперь тут только бегать и все, и прыгать. Давайте на стул запрыгнем. Так, окей, давайте на стол. Давайте сваливать все. А, я могу... Я могу ронять все. Я могу ронять. Давайте. Я буду ронять. Я буду ронять. Чё? Что это было вообще? Господи, этот стакан уронил меня. Да блин, что за фигня? Ой. Ну, это смешно довольно. Мяу! Мур-мяу, господи, такая кисонька. Так, отлично. А, я хотела скинуть эту вазу. Вазу! Вазу, блин. Ну ладно, хорошо. Окей. Ясненько. И чё? И все, да, получается? То есть до окончания времени мы просто бегаем, ловим мышей и, я так понимаю, скидываем вещи, да? Ну, это все, конечно, прикольно, но пока что в игре контента вообще мало очень. Ты куда пошла, моя жайка? Ом-ном-ном-ном. Крыска пошла, она тут не пойми куда. Ну, это ты даешь, а? А что это там такое? А что это у нас тут такое? А, не, ничего. Мне показалось, что что-то есть, но тут нет ничего. А, блин, я не допрыгнула. Ладно, хорошо, пошли наверх. Наверху какая-то дичь происходит. Либо у меня упоролись текстуры. Мыши. Мыши, 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 мыши. Ой, ты моя жайка, я тебя увидела. Ом-ном-ном-ном-ном, все скушала. Отлично. Так, что у нас еще? У нас здесь еще одна была. Привет. Так, в этот раз нам надо попробовать скинуть побольше всяких вещей. Так, такой звук, как будто, господи, я не должна упасть со второго этажа. А если я упаду со второго этажа? Я живая, со мной все норм. Я думала, что мало ли, может, я там типа умру или еще что-нибудь. Но нет, тут кошка без абсолютно... А крыса сидела и, походу, размышляла о смысле жизни. Так, так, так. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Ну, сейчас у меня явно побольше очков будет, потому что я проняла вообще все, что только можно. Давай. И щит, ну ё-моё, щит, ты залагал, щит. Щит, что? Боже, эта игра очень упоротая, очень странная, но при этом, не знаю, абсолютно пустая, если честно. Да хватит меня пинать уже, чёртов, господи, я забыла слово. Ладно, так, я хотела вот сюда. Отлично. Так.
Успею набрать до 600? Наверное, нет. Тут все так упоролось. Давай, осталась последняя ваза. Эть. А, 590. А! Нет, я не успею, я застряла. Мяу! Ну, в общем, такая простенькая игрушка абсолютно. Показывать мне сейчас особо нечего. Вот, интересно будет потом посмотреть, что будет, когда игра выйдет из раннего доступа. Но пока что она абсолютно пустая, вот одна единственная карта. И ты тупо ходишь на время и роняешь предметы, и ешь мышей. Ну, я бы не сказала, что кошачья жизнь в реале чем-то отличается от этого кошачьего симулятора. Так что он, в принципе, довольно приближен к реальности. Но, не знаю, посмотрим, может быть, в нее потом контента и добавят. Ну вот, в общем, на этом, наверное, все. Такое коротенькое очень видео получилось. Всем спасибо большое за просмотр и пока-пока-пока.